Я сам сейчас живу и работаю в Астане. Здесь вот эта выставка произошла так, что, например, с Ильей Казаковым мы познакомились в Астане на выставке тоже. Ну, сдружились, поняли друг друга. Он понял мою работу, как я его восхищался его работой. Поэтому я приехал, поэтому я у вас здесь. Ну, хотел показать просто. Не знаю, вот, смотрите мое искусство. Все. Спасибо организаторам этой выставки. Вот выставочный зал, директор, все. Все. Благодарю вас. Мы уверены, что это наша не последняя встреча с творчеством Табигата Кожунбаева, что он к нам приедет еще со своими новыми работами. Спасибо большое.